Петрозаводский объект культурного наследия «Дом Захаровых» перенесут на другое место. Двухэтажное деревянное здание на улице Свердлова – образец жилого дома конца XIX века с характерными чертами рядовой застройки Петрозаводска и узнаваемым архитектурным обликом. Строение долгое время принадлежало частному лицу, но сейчас решается вопрос о передаче в собственность городу. Здание уже расселили, а Министерство культуры утвердило проект его реставрации и переноса на улице Федосовой в квартал исторической застройки Петрозаводска.